пойдем соберем. Я только заметила, что у нас есть огромная желтая малина. Раньше ее вроде не было. Мы ее не садили. Держи. Мы ее не садили. Но откуда она взялась? Я не знаю. Вот ежевика, да. А это малина откуда? Вот. Вот она. Я пока малина. Такая крупная, такая хорошая. Я так понимаю, что это только один куст. Все. Вот бы ей разрастись. Дальше пошла ежевика. Настенька, да. Дальше пошла ежевика. Ну, давай тут. Я помогу тебе собирать. Смотри, сколько ее. Она очень колючая. Очень-очень колючая. А ее... Пришли пособирать ее. Я вчера собирала. Сегодня... Мы с Борей все съели. Да, сегодня вот она опять наспела. Растет не по дням, а по часам и колется. Спит. Да, она очень колючая. О, какая веточка, я вижу. Здорово. Посадили один кустик мы всего-навсего. И это все разрослось за 3 года. Прям колючая. Она поколючее, чем малина. Всем привет, мои хорошие. У меня, смотрите, как поднялось тесто. Я буду выпекать хлеб. Мы уже съели. Значит, килограмм муки. Я, в общем, в описании посмотрите, как сделать вот такое тесто на хлеб. Да, или на булки. Ну, в плане батон. Вот грузинский лаваш. Смотрите, какая. О, прям. Смотрите. О, прям бульба. Вот. Тесто в описании. Посмотрите, как сделать для хлеба. Так, а я буду выпекать, потому что нам хватило килограмм муки на 2 дня. Все. Делаем вот такие надрезы на батоне. Вот так. Я хочу сделать вяленую вишню, но она делается очень не быстро. Нужно на 1 килограмм 300 грамм сахара. На 1 килограмм, но без косточек. Какой у меня хороший урожай. Смотрите, руки. Пошла на шелковицу, поела. Вот сейчас буду отмывать. Горох поспевает один за одним. Я садила и не сразу. Допустим, посадила один, потом через неделю вторую. В общем, ну, получается, грядочку, да? И вот он поспевает один за одним. Вот. Тоже надо выйти, будет собрать его хорошо. Листья взяла. Я хочу посушить эти листья. Вот. Но я вообще пошла по листья, по лук. Потом заметила, что у меня уже пришло время собирать горох. Взяла немного. А вообще надо выйти только за листьями. Я хочу, тут очень много витамина С. Я хочу их высушить. И вместо какой-то добавки, как приправу, добавлять в супы, в борщи, вообще во все блюда. Я нарезаю лук. Я разморозила печень куриную. Я хочу ее приготовить. Но не в сметане, не в молоке. Обжарю лук. Затем добавлю туда печень. Лук уже мой с огорода. Добавлю печень и в конце томатный сок или томатную пасту разведу. Вот. Потому что со сметаной, ну, мы не очень, в общем, любим. Любим лучше с томатиком. Посолить хорошо. Поперчить. Побольше перчик. Лавровый листик. Спасибо, Виточка, тебе за такую красоту. Я не могу налюбоваться. Очень нежный цвет, очень красивые розы. Вот, я почитала в гугле, они стелятся. Стелятся по земле. Получается, вот эту территорию они
Заполонят, и будет очень красиво. Обязательно нужно сделать вяленую вишенку. Она похожа на мармелад, она похожа на изюм. Ее можно добавлять и в выпечку, и так просто к чаю. Значит, что нам нужно? На 1 килограмм 300 грамм сахара. Ну, вытащив при этом, конечно, косточку. Затем засыплю я сахаром. Вишня пустит сок. Вот как только она пустит сок, этот сок я сливаю. Остается вишня, уже без сока. Этот сироп, который я солью, я его поставлю на огонь. Он закипит, и я залью уже вишню. Раз залью, постоит эта вишня полдня. Опять я этот сироп. В общем, надо сделать так 3 раза. Залью уж 2-й раз также. А на 3-й раз уже я буду оставлять на ночь. Не на полдня, а именно на ночь. И как только 3-й раз я уже залью, сироп этот в сторону, вишня уже, она уже будет такая вот, знаете, съеженная, такая уменьшится в размере. Вот тогда эту вишенку можно будет на сушилку или духовку, ну, только приоткрыть дверцу. Это очень, это того стоит, конечно, очень трудоемко. Это делать очень хорошо тому, кто любит фильмы посмотреть или каких-то блогеров своих любимых. Что-то смотреть и убирать косточку. Так как у меня вишен очень много, помимо того, что я хотела бы вяленую вишню, я заморожу вишню, я приготовлю вишневое варенье, я еще хочу высушить саму вишню. Высушить. Сейчас там кто-то... Муська пришла. Луна! Луна! Муська пришла, она была уже сегодня. Она раз 3 дня не приходила, потом вернулась. Сегодня она была, она рано-рано меня разбудила, она залезла на дерево и мявкала. Я проснулась, ее запустила. Ой, сейчас, минута. Так, мои хорошие, у меня получилось 2 килограмма без косточек. Итого 600 грамм сахара, значит, я засыпаю сюда. Конечно же, мне придется оставить это на ночь. Утром я уже буду сцеживать, убирать сок, кипятить его и заливать вишню. И так она у меня простоит. Если я это утром сделаю, да, залью кипятком, кипяченым сиропом. И тогда, ну, где-то часа в 2-3 я уже буду сливать этот сироп. Вот. Так 3 дня буду делать. В общем, давайте пока засыпали, а там дальше. Утро вечера мудренее, как говорится. Завтра будем делать дальше. Так, мои хорошие, это сегодняшняя выпечка моя. Видите, какие батоны. Мягкие-мягкие. Мягкие-мягкие батоны. Давайте я разрежу, посмотрим. Вот, красавец. Так. И вчера вечером я выпекала пирожки. Да, с вишней. Пирожочки. С вишенкой. Вот. Так что, вчера у меня был день выпекания. Я сяду, немножко посижу. У нас комары, я одела кофту, но у нас похолодало. Вчера вечером было очень холодно, прям ветер такой. Сегодня так себе, хоть уже вечер, но тем не менее уже вот без рукавов некомфортно. Так, на кого-то гавкает. Возможно, видео записывать, да. Хотела посидеть немножко, поговорить. Вот, так что... Тоже сидела только что с соседкой своей, на лавочке общались. Она говорит, раньше жизнь веселее была, вот как-то мы живем все, как-то малообщительные,
Раньше они и помогали друг другу по соседству вместе, как-то собирались праздники, музыка играла. Сейчас мы, да, мы все стали жить как-то немножко грустно, печально живем. Мало веселимся. Хотя в Библии написано «радуйтесь», радуйтесь. Я вот часто вспоминаю эти слова и думаю, Бог хочет, чтобы мы радовались. И сама себя вот иногда подбадриваю, да, вот говорю себе, Наташа, там, надо, иммунитет падает, если мы себя так ощущаем некомфортно, да, нам надо... Нам надо радоваться, как-то научиться радоваться. Да, мелочам. Вот, радоваться мелочам. Боже, какой он грязный. У него глазки. Боже, рыжечек. У него глазки. Вот он утром просыпается, его мама помоет. Вот, глазки отмывает. Ну, вот мы ему промывали глазки. Вот он бегает тут грязный. То есть слезки текут. Иди, рыжулечка, тебе даже показывать не буду. Вот. Слезки текут, но получается, мама сегодня утром меня разбудила, кошечка, да, она на дерево мявкала, залезла, и я вот встала, запустила ее. Вот она им глазки вылизывает, все, там, если что, там, девчонки ему то промывают ватным диском. А это он бегает, оно ж пыльно, а бегает уже, пыль в глаза, и у него вот это слезки, и вот это вот немножко надо тоже промывать. И я смотрю, что у всех, да, глазки. Не знаю, с чем это связано, конъюнктивит, ну, или у всех маленьких котиков так, где-то мякает, где-то кто-то мякает, уже прислушиваюсь. Так вот, насчет радости. Ой, сама себя заставляю радоваться, хотя нечему радоваться, сама себя вот заставляю как-то с юмором относиться к некоторым вот таким вот вещам, там, то ли комментарии читаю, то ли еще что-то. Вот стараюсь как-то себя немножко подбадривать, да, хоть это и тяжело дается. Но вот, соседкой поговорила, аж радостно стало на душе, потому что ну, как-то люди жили, радовались, как-то вот ждали каких-то событий таких вот. Что-то праздник, да, они ждут. Вот сегодня у нас праздник. Вознесение. Как-то вот все равно вознесение. Раньше люди играли там на гармошках, там как-то вот это все равно вот, ну, раз в Библии написано радуйтесь, то и печалиться нельзя, да? Сейчас такого нет. Да, может, где-то кто-то так и радуется, там на гармошке играют, где-то собираются, на лавочке. В основном, так, не дает собака записывать мне видео. Тяжело, да, гавкает. Алиса, Герда, сейчас я вам еще покажу. Герда. Так, ну, это он гавкает на котя, потому что бегает вокруг меня. Фу! Так, ну еще записывать не могу, все, мои хорошие, все, пока, приходится закругляться.